и Sportbets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. И Sportbets.com. Живой азарт и холодный расчет. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, с вами по-прежнему Гонтхант, это студия StarLadder TV, мы продолжаем четвертый матч на сегодняшний день, это Vegas Squadron G2A против Mind Sanity Sensei. Вот такой матч нас ожидает. Что у них, кстати, по сеточке? Vegas Squad находится на 9-й строчке, 11 матчей сыграно, 5 побед, 6 поражений, 15 очков. Их оппонент Муи находится на 15-й строчке, 10 матчей, 3 победы, 7 поражений. Все очень плохо, и надо обязательно выигрывать, если хотят попробовать закрепиться в следующий сезон StarLadder. Ну, либо идти карать про серию. Тоже вариант неплохой. Ну что, пики и баны. Нага Сирена, Висп, Угармак, Кентавр для Муи. Вега забирают себе Брюмастера, Дизраптора и Луну. В бане находится Вайпер, Ликантроп, Тайтхантер и Дазл. Муи избавляются от Феникса, Винги, Антимага и Медузы. Там Луна, Тускар. Валрус Пунч, Удар Маржа. Фурион пятым баном. Убирают оффлейнера, но действительно его как раз таки не хватает. Если, конечно, не Тускар туда отправится с какого-то чудо-юда. Ну, а Веги стоит избавиться от либо мидера, либо мейн-керри. В зависимости от того, отправится ли Нага фармить, либо пойдет какой-то вот дабл-мид Нага плюс Висп. Или может быть какой-то Тини. Висп могут отправиться в дабл мид. Ну, в общем, гадать и гадать здесь Арзику. Это минус Зюс. Не стал гадать долго. Radiant team pick. Бэтрайдер! Это Кентавр Керри. И пятый пик от Веги. Что-то на оффлейн или что-то суппортировать. В зависимости от того, что будет делать Туск. Давайте Туска мейн керри. А Луну саппортом. Просто ауру будет качать и плюсики нормально. А Туск будет с Дейдаусом. Валрус Пунч. Пух. Минута. Thank you.
40 секунд. Мы практически выровнялись по расписанию. Спасибо Ашерам за это. Пак, ласт пиком. Вот он, герой No Flame, скорее всего. Играть на нем будет Пашка. Что, ждем Нагу. И будем смотреть за четвертой схваткой на сегодняшний день. Впереди еще после этого три матча. В общем, то-то и сегодня много. Seconds remaining. Нага Сирена. Ну же, твой выход. Да, есть выход от Нага Сирены. Нет, сразу ставится пауза. По какой-то непонятной причине. А, тут ушел на ребут. Что ж, Милан играет на Бэтрайдере. Гризайн, Сенсей, Кентавр Варанер, Колли, Нага Сирена, Лизард, Висп, ЛЛ, Огармак. Их оппоненты. Команда Вега, Арзик, Тускар, Япаша, Пак, No One, Брюмастер, Сёма The Slayer, Луна и Андершок, Дизраптор. Тут пока обмены любезностями в чат. Груз пунч. Ждем возвращения Виспа. Висп нам решил все же уронить расписание назад. Редиска. Нехорошее. Спик. Плохой, говорит Паша. Чё, рестарт нельзя было делать во время пика? Зачем дожидаться старта игры и потом уходить в рестарт? По-моему, никто не запрещает отсутствовать одному игроку во время пикабанов. У вас тускмит суппорт. Логично же, что туск суппорт. Здесь, скорее всего, Нага в мид с виспом. Кент фармится у Гармагом и Бэтрайдер на оффлейн. А там Пак оффлейн брю мид, Луна, Дизраптор суппортировать. Луну непонятно на каком лейне могут пойти и на оффлейн, могут пойти и на изи. Где там Виспера? Виспера, вернись. Шарик круглый.
Blizzard дно. А мы ждем появления Веспа. Эх, поторопил. Ну, как бы есть грани, когда ребята ждут своего Веспенка. Веспенка есть еще минут 5. Папам. Кстати, передаем привет Касперу, который сегодня должен был комментировать. Я сегодня хотел съездить в кино, посмотреть пингвинов. Как они там называются? Мадагаскарские. Пишу в конфу судью, уточню, что мне делать, потому что вечно, и понятное дело, что это не может продолжаться. Па-па-ра-па-па-пам.
Кстати, кто уже посмотрел «Пингвинов», посоветуйте, стоит смотреть или нет. Ну, потому что просто так ехать в другой город мне не хочется. Поэтому я бы послушал ваше мнение, стоит ли смотреть «Пингвинов». «Пингвины Мадагаскара 3D». Ну-ка, ребята, посоветуйте. Песня в паузе называлась «Битва. Компромисс». Что будете с ним? Угадай! Будут играть через ром или получат техническое поражение? Какие варианты есть? Да, передаю привет кактусу, пока у нас небольшая пауза. Кактус, привет. Расти. Будь с шипами. Все дела. Thank you.
Steam не работает, он не признает лол, какой техлус. Братан, а давай начнем с того, что зачем он вышел? Это тебя не смущает? То есть, вопрос, зачем игрок покинул игру? У меня плохой пинг, пойду рестартать комп. Ну, окей. Наконец-то возвращается Виспёныш, и мы сможем продолжить, дорогие друзья, смотреть дотку. Только я хотел сказать, да нам, ребята, расписание вернули, да, Бибу? Угорает Нага. Ладно, понеслась. Что, будет дабл мид с виспом или нет? Если нет, то кто идет в мид? Если мид идет бетрайдер, может быть, но... Зачем, если он может постоять на оффлейне, кентавр пофармит? По итогу на оффлейн идет кентавр, варраннер и огрмаг. Висп отправляется в мид, скорее всего, с Нагой. Ну, а бетрайдер пойдет в соло на изи лейн. Нон-стоп сигналки какие-то по карте. Все шифруются, все что-то друг другу передают какую-то информацию. Валорус Пунч сныкался в лесу. Первым идет Пак. Пак все равно не подцепит. Ну, по итогу Пак будет на оффлейне, на изи. Лейне будет Лунак, который сейчас должны уйти саппорты. Мы продолжаем наблюдать. Начинается бойня. Баунти руна на топе. Достается она виспу. Вообще полуровня сразу получает. Виспу это очень-очень надо. Быстрее появится релокейт, быстрее промаксит все возможные спылы. Плюс лишними 100 золота не будут, на которые можно купить ботл, который уже есть. Поэтому Нага себя очень неплохо будет на лейне ощущать. Бэтрайдер с фаерфлаем и сапогом отправляется на ботом. Стоять против него будет Пак. И в кустах находится сейчас Тускар, который тоже, кстати, забрал баунти руну. О, крем. Здесь на топе, пока не вернет сюда Тускар, проблемы будут у Луны пласт-хитом. Это понятное дело, потому что Огр может ее гонять. Пошел Гнайт, пошли тычки с руки. А что он может сделать? У нее 3 регена в секунду. Медли тем временем пытаются разобрать уже Брюмастера. Брюмастер получает сеточку. Это First Blood в исполнении Муи. Колы на Наги забирает ФБ. Получает сразу денег, покупает себе сапожок 400 сверху. Возвращается Брю на лейн. Ну а здесь Бэтрайдер против Пака на топе. Проблема у Луны. Огрмак уже погиб. И
Может они уйти отсюда? Да. Минус кентавр. Возвращается с ТП Угармак. Сделать он здесь ничего не сможет, но он кинет Игнайт. Фласка на луне все равно до фул ХП ее подняла. Уже 5 стаков на баке. Ну, у нее есть арба, поэтому, если что, Паша улетает по-любому. Трайдер его просто пока гоняет. Кентавр. По крипам 11-0 в миде у Наги, плюс есть First Blood. 10-0 у Гримастера, одна смерть. Следом идет Бетрайдер. 7 крипов, 6 у Кентавра, 6 у Пака, 4 у Луны. Вот у Луны пока проблема, зато лесные крипочки заезжают, которые ее подбадривают немного. Виспиара. Виспиара будет держать постоянно Нагу с фулл маны и фулл хп. Нага здесь спокойненько может обузить Риптайда и тем самым мучить Брюмастера. У него там противопоставить ничего нет. То, что он клэпает, мгновенно отхиливает Висп. Единственное, что качать ему пивко и пытаться не давать Наге ласт-хитить. Здесь, конечно, он будет пытаться ласт-хитить в стычке. Ну, да, дынает, все пока нормально. Сёма The Slayer на луне. Под вышкой аура вкачана, поэтому атака с руки неплохая. Можно ласт-хитить, даже под тавером. Сенсей. Бэтрайдер. Уже 4-й уровень. Понятно, стоит, что на изи лейне он довольно-таки быстро получит лассо. Вопрос, как быстро он вывезет дагер. Здесь, я так понимаю, летят транквил. У нас стычка на топе. Правда, между иллюзиями. Нет, это ботл. Пока транквил не будет. Висп. Разгоняет брюмастеров. Нага приобретает себе стики. Луна. Кентавр. Станом замахнулся, но не дал. Есть ли Глимс? Глимсом вернули Огра. Огр. Стан. Вандершока. Пытается уйти. Кентаврик. Кентаврик есть дабл эдж. Огра могут быть небольшие проблемы. Тычка с руки. Да, забирает по итогу Сёма The Slayer фраг. 3-1 в пользу Веги. Стычка на руне. Брю. Напоил Нагу. Нага. Мансит, будет ли сеточка. Пока висп напинывает, но здесь есть ботл, поэтому довольно-таки трудно. Так, и сирена возвращается в мидл. По крипам топ, 21-4. Клэп. Подходит сюда туск, пивко, виспа, зажимают, висп, шарик, лопается. Ну а за Накой не пойдут. 4-1. Пока Тускар прям-таки в ударе. Валорус пунч. Огре маги. 3-й уровень. 2-й стан, 1-й игнайт. Есть транквилы у кентавра. Что у Бетрайдера? Потол, сапог, 450. Лосось сейчас появится. Можно будет попробовать смотреть пака. Пак попадает дримкоилом. Но это было нетрудно. Арба, сайленс. И соло килл в исполнении пака. Есть урбофеном, фейзы, натыкивает с руки. Очень-очень больно. Ну и вся надежда здесь на... Нага сирену. Ну, не зря, ну динозаврик, ну вернись. Это не смешно. Возвращается Низраптор. Гоу, пишет No One. Ставится пауза от виспа. Sorry for that. Ready. Круглый, ты меня напрягаешь с самого начала игры. Я на тебя уже наточил зуб, поэтому у тебя, наверное, будут проблемы.
Radiant's bottom tower is under attack. Ну что, Нага рептайдами продолжает фармить крипов. 800 на руках, есть сапог. Валрус Пунч въезжает просто в шарика. Шарик, улетит ли на тизерин? Шарик улетит, но не туда. Минус шарик. Бэтрайдер здесь, лассо нет, поэтому подсейвить ничего не получится. Колька пытается нагнать Брюмастера, не получилось. Брюмастер отходит. Андершок. Второй глимс, смоук. Затарил себе, есть сапог, и можно идти пытаться кого-то наказать. Сёма за Слеер, 22-9 по крипам. Неплохо себя чувствует, кентавр 19-7. Нага, пятый уровень, чего клэп. Напоили легко. Здесь же Андершок, глимпсом, назад, возвращается на... А нет, заевейдил иллюзиями. Булыжник пошел по спине, бежит огненный панда, здесь висп. Висп отхилит, виспа подняли в юл. Руспунч подъезжает, начинает грызть Лизарда. Лизард, будет ли какой-то дэмэдж с руки? Есть дэмэдж с руки, улетает отсюда Лизард, спасается висп на 11 хп. Шарик уже практически лопнул, но тут его подсейвил. Стан. Зик, сеточка, лассо, потащили. Сноубол. Катись. Нет, не катись. А пак в это время на фрифарме стоит на ботами. The Radiant's bottom tower has seen better days. Radiant structures are fortified. That means you can't hurt them right now. Луна. Где? Не получилось загнать Брю. Мы не будем рабами! Въезжает сюда Брю. Клэп минус висп. Лопнул маленький. Разобрал Тускар. Вот скоро у него появится этот ваш волшебный Валрус Пунч. И будет вообще все великолепно. Мой любимый спел в игре. Radiant's bottom tower is under attack. На топе. Стычка. Эклипс от Луны. Развалили кентавра. Попытка будет цепануть еще, наверное, и огра. Нет, не получилось. Глимс, наверное, потрачен уже был. Да, глимс потрачен был на кентавра. Разобрались с кентавром. 8-2. ТП назад. Прилетает сюда кентавр. У него транквилистики больше ничего. В медле стоит Брю. До ультимейта 29 секунд. Пак уже практически старанил вышку. Проблема у Наги. Нага все еще жива. Отхиливает вот здесь висп. Брю. Бэтрайдер. Лассо. Потащили. На Глимс не хватает маны. Дримкойл по двоим. Слип от Наги. Сейчас должны разбирать. Андершок. Очень много дэмэджа. Поработили. Пак. Виспа не дотыкал. Пытается уйти. Ну и по итогу, итог боя минус 2 у Веги, и никого забрать у них не получилось. Да, потрачен слип от Наги, Арзик за баунти руны забирает, наполнил ботл, скоро появится ультимейт. Что на ботами надо? На ботами Брю. 7 уровень, есть ультимейт. До даггера буквально пару крипочков. Погибает кентавр снова на топе, опять его разобрали, даже без глимса, кстати. Может быть, сейчас еще и огр подставится, куда он здесь лезет. Вышка на ботами вот-вот упадет. Ну что, огр может? Да дофармите... Тускарчику вот убей, крипов, у него появится ультимейт. Висп. Уезжает на тизере. Сноубол. Докатились. Будет ли что-нибудь? Пак. Еле живой. Поставил дримкойл. Висп. Круглый. Круглый еще чуть-чуть и навалял бы бабочки, но не хватило дэмэджа. Арзик забирает руну инвиза. Теперь есть ультимейт. Смещается на топ, там падает вышка, поэтому подождет какого-то сейф ТП.
Radiant's top tower is under attack. About time. Radiant's top tower has fallen. Not so radiant anymore, it turns out. Нага. Ветристы, кстати, на руках. Колика надо прищемить, потому что Колик пока разошелся. Аурус Куч уже был, вкатился. Враг от Сёмки. Сёма The Slayer, кстати, Morbid Mask, ПТ, Аквила, 1200 на руках. Брю. Дагер есть, ультимейт есть, Глим с третьего уровня есть. Если кто-то подставится, можно и цепануть. Пак, 2000 на руках, до дагера совсем чуть-чуть. Потыкивает. Выцепили стан. Дабл эдж. Минус пак. И помочь некому. Дизраптор. Вид Бэтрайдера. Нет вижена, чтобы вернуть Глимсом, поэтому Бэтрайдер просто улетает. Что здесь? Здесь 2800 уже у Наги. Вообще все великолепно. То есть 0 смертей. Нага всегда сейвилась. Брю. Ждет кого-то на ботами. Как кто-то пойдет на Андершока. На Андершока никто не идет. Полетает сюда пак. Сайленс. Попытка допушить ботом. Можно было попробовать. У вышки здесь 176 хп. Навалиться и забрать просто. Ну а здесь стаки эншентов. Для луны. Фарм лесов. Здесь кентавр. 400 до дагера. Тут остановились как-то немного Вега Сквад. Раньше они более агрессивно играли. Раньше лучше было. Начинает ронять вышку в медле. Транквил у дизраптора. Пошел Игнайт. Добьют ли тавер? Подходит луна, но с луны должны забивать. Минус вышка. Достается как раз таки луне, уже есть Яша практически. Врыв! Вавр! Не дали. Брюмастер застилил. Не мог дать маржу фраг. Бэтрайдер. Сбивают ему дагер. Есть ли вижен? Можно было Глимсом вернуть. Туск. Отрезали. Кентавр. Валорус панч. Кентавр минус. Цепляют у Гермагу. У Гермаг много дэмэджа. Сноубал уже поехал в Бэтрайдера. Приехали в Бэтрайдера. Здравствуй, Бэтрайдер. Бэтрайдера надо накрыть сайленсом. Накрыли, но не Бэтрайдера, а крипов. Тоже неплохо. Что, Глимс есть 4 уровня. Есть урна также у Дизраптора. Ардик имеет 8-й стики Фейз и Брейсер. Попытка цепануть Бэтрайдера в медле. Точнее, вернуть его Глимсом. Бэтрайдер уходит на дагере. Брю. Ультимейта нет еще 100 секунд. Собирает Владмир. Здесь фарм леса продолжается. Стаки. Что-то немного. И снова вылетает Висп. Гоу-гоу. И мы продолжаем. 15 минут игры. Открываем нетворсы, открываем графики. Более 6000 преимуществ у Веги по золоту, по XP 5000. Топ-1 нетворс на данный момент у Луны 7500. Здесь же вот-вот появится Сакрат. Лаурус Панч минус Огрмаг.
дивардинг. Сделается так или не сделается? Смотрите, про или полупро? Про. Ну что, куда-то смещается вся команда, я так понимаю, какой-то смог хотят заюзать, или на базу регенится так толпой идут. Пак, даггер, перчаточка, это Мидас будет собираться, скорее всего. Саккард есть у Наги. 800 остается до Рейденса. Круглый. Чтоб ты лопнул просто. Ну что, на топе. Может быть, врыв в Наку, но там Висп ее, если что, отопьет, а нечем отпивать, поэтому врыв мог бы быть. Дизраптор. Транквилы, урна, смог, стихи. Больше ничего. Смог. Есть Эклипс второго уровня, есть Яша, Огр Клаб соберет себе КБ когда-то. Кого пытаются выцепить? Брю медиа байтит на себя, спокойненько стоит фармит, ждет кого-то бетрайдера, наверное. Хотя дизраптор бы глимпсом его не вернул. Но это значит будет заход на Рошана и быстренький его фарм. Я сейчас начну карать этого виспа, потому что мы не можем столько ждать постоянно его паузы, рехосты и так далее. Фан-фан-фан, гу-гу-гу. И фарм Рошанчика, который сыпается довольно-таки быстро. Дизраптор, если что, рядом. Проюзал смог. Это такой чек. Кто-то подойдет или нет? Забирает Аегис Луна. Луны вот-вот будет БКБ. Идут по ботому. Правда, не всей толпой. Преимущество составляет уже около 9000 по золоту, 6000 по экспириенсу. Что здесь есть? У Наги есть Рейденс, сапог. Больше пока ничего. 18 минута не самый худший вариант. В принципе, можно и позже выфармить, при этом выиграть игру. Вопрос, что при этом будут делать Вега? Играть против Наги с Рейденсом и тянуть на ее 6 слотов, это опасно. У Пака появляется Мидас, Висп вылетает снова. Кентавра. Никого не доцепили. Брю просто отошел. Было под сейф ТП. Ну, сейчас идти просто с Аегисом и толкать ботом, потому что два раза Луну здесь будет убить довольно-таки трудно. Под его пацанами. А с появлением БКБ это будет практически невозможно. Главное не ждать, пока Нага выфармит свои 6 слотов. Флеймбрейк.
Пока иллюзии Наги рассыпаются очень быстро, там достаточно арбы и сайленса от Пака. Пошли барабанчики. Падает вышка, фортификейшн не жмут. Отдали вышку, забирают ее Луна. 8 сотен до БКБ, смещаются на ботом. Там тоже есть Т2, который спокойненько можно отжать. Эншентов позабирали, на топе пытается выфармить себе. Я уверен, что это будут травела. Вот Нага сейчас вообще не изменит своего мнения. Нас пушат, нам сносят все вышки, и я соберу травела. Что-то два на ботами тоже упадет, спокойно дают без боя, зная то, что маеги сражаться довольно-таки трудно, попытаются хотя бы продамажить вышку в медле. Здесь есть фортификейшн, его можно нажать, падает Т2 на ботами, и можно идти на Т3, тем самым заставить вернуться к себе на базу бетрайдеров и так далее. Брю без БКБ пока, то есть подставляться лишний раз ему не хочется. Заход на хайграунд, Пак начинает тут же с лоуграунда харасить вышку. Пошел в Найт. Погрызли немножко вышку. Ну и ждут сейчас ошибки. Ошибки какой-то от команды Муи. Видно, что на топе до сих пор есть Нага. И это означает, что здесь не все игроки. Брю может врываться, в принципе, с даггера вслепую какого-то бетрайдера. Бетрайдер отпрыгнул. Фарм вышки. Крипы попадали. Станут кентавра, попали по Семе. Дримкоил. Попадает только по кентавру. Вернули глимсом. Здесь же его встречают. Будет ли Валорус Пунч? Клипс пока не юзает. Сема может погибнуть. Сема убегает. Тычка от вышки. Еще одна. Дроп Аегис и минус Бэтрайдер. Брю просто стоит и пинает вышку всеми своими пандами. Фортификейшн. Падает тавр. Сема продолжает фармить. И клипс нажать не получилось. Дает силь. Клипсом. Вернули. Огра. Минус огра. Попытка добить первую сторону. Брю помог. Минус первая сторона. Ну, мидл сейчас бить, понятное дело, вряд ли пойдут. Надо отхилиться, надо там добрать какие-то артефакты. У Луны есть БКБ, есть Эклипс. Делают ТП на базу, сейчас подзакупятся на то, что нафармили 200 на руках у Тускара. Не знаю, что он будет там собирать. Сёма забирает всех хасту. Может сейчас по фастику дофармить эншентов. Собрать себе мантастайл. И идти сносить вторую сторону. Пока у Наги ничего нет. Нага все еще пытается, так понимаю, вынести себе травела. Да, вот я говорю, то есть есть шаблон. Вот прям шаблон Наги, от которого никак нельзя отстраниться. Собрать чуть больше выживаемости. Какой-то ПТ, Vitality Booster, чтобы твои иллюзии хотя бы что-то переживали. И ты мог вносить какое-то количество дэмэджа. Нет, я соберу травела. Да не будешь ты сейчас по базе летать. Фу, по базе. По карте. Цепанули брюмастера. Ультимейта у нее нет. Разобрали на толпу. Подходит сюда Арзик. Пошел клипс. У Огра небольшие проблемы. Руна Регина. Сема может ее забрать. Прожимает БКБ. Тычечка с руки. Мисс. Добивают. Пак. Запрыгнул. Бэтрайдер. Тоже минус. Минус 2 на одного брюмастера. Брюмастер сейчас лестница. Через 30 секунд он будет с ультимейтом. Фарменшентов. Ультимейт орб. Демонты совсем чуть-чуть. Что здесь уже фортификейшна нет. Ставится сентри вард. Довольно-таки агрессивный, прям в упор к тавару. Его сейчас поломают, я думаю. Где Нага? Нага 1400 на руках. Пытается иллюзиями что-то где-то подфармить, но Луна выглядит все равно гораздо сильнее. Главное сейчас не расступаться и не давать ей фармить, потому что такие игры много раз проигрывались из-за того, что Наги дают выфармить слоты.
То есть сейчас у вас есть преимущество. Оно колоссальное. 15 тысяч по золоту, 10 тысяч по экспириенсу. Просто иди и заканчивай. Можно снести сейчас Т2 вышку на топе. В общем, Наги надо перекрывать кислород, а не давать ей фармить крипов. Соберутся сейчас на топе и пойдут. Я думаю, не должны затягивать. Я думаю, прекрасно понимают, что Луна это не прям-таки дикий овн Наги. Несмотря на то, что на 3000 преимущества по нетворцу это не так много. Другой вопрос, что часть этого нетворца в тех же травелах, которые, по сути, бонуса никакого не дают, когда тебя щемят на базе. Ну, свышка забирает ее брю. Есть дагер, есть Владмир, плейтмейл. Пошел заход на ХП. Манта стайл. Фортификейшна нет, пошли барабаны. Зивейди игнайт. Поднимается на хайграунд, брю запрыгнул, пошел булыжник. Пак, дримкойлом подцепили, минус сенсей. У Гармага поднимают вьюл. И продолжают просто фармить мишку. Байбек от кентавра. Начинает падать милишный барак. Сёма прожимает БКБ, пошел Эклипс. Трайдер там вроде как куда-то в сторону отлетел. Нага. Сайленсом накрыли. Нужно нажимать слип. Форстафом толкнули. Падает еще одна сторона. Ну, по крайней мере, милишный барак. Вот они подходят иллюзии. И мгновенно рассыпаются. Еще минус одна сторона. ГГ пишет Кола. Дольше паузу смотрели, на самом деле, чем длилась сама игра. Вега с легкостью одерживает победу над своими оппонентами. Зарабатывают так нужные им очки, чтобы остаться в StarLadder'е и на следующий сезон. Что ж, ну у нас небольшая рекламно-музыкальная пауза, после которой мы вернемся и продолжим наблюдать за еще тремя матчами Dota'е.